Доброе утро. Сегодня в городе Киеве, да и не только в Киеве, я думаю, что в значительной части Украины, скандалы политические, коррупционные и любые другие отойдут на второй план. Народу будет не до того. Народ услышал по телевизору страшное слово «шаурма». Ну, действительно, есть причина. Причина в том, что более 70 человек оказались в больнице после того, как покушали в Киеве фастфуда. На первый взгляд, логично. Знаем, в каких условиях готовится данная закуска во многих заведениях. Видели передвижные машины, которые, по идее, должны развалиться на ходу, но где-то они там стоят со спущенными колесами, из которых продают шаурму. Вроде бы все правильно. Да, есть тема важна. Но давайте подумаем немножко о другом, а именно, а почему так случилось и что народ требует. Сегодня, естественно, народ требует максимально широкой проверки киосков шаурмой. Естественно, будут звучать слова о том, что необходимо найти и наказать кого-то из чиновников, потому что злочинная влада это все допустила. Естественно, то есть пеплу нужна большая красивая картинка. Ну а почему это случилось и как не допустить этого всего, тут уже вопрос совсем другой. Потому что во вчерашнем, например, материале отношение людей, в принципе, к проблеме в обыденный период, чудесно продемонстрировали слова одной из покупательниц шаурмы в центре города, которая журналистам ТСН заявила: «О, 50 людей. Так, вы не лякайте, на все воля Божа». Вот это прекрасная иллюстрация того, как мы зачастую относимся к тому, что происходит вокруг нас. Давайте, например, отойдем от шаурмы и вспомним недавний потоп в Киеве. Помните? Это когда власть сказала, что 3-месячная норма осадков выпали, гидрометцентр сказал, что не было и полумесячной. И при том, я думаю, что большинство из вас видели фото жабы на Виталия Кличко, когда он выплывает из перехода из воды с горами мусора. Никто из вас не задавал вопрос, а как этот мусор туда попал? Вот тоже был. Мы привыкли к тому, что в киевских переходах можно спокойно идти, что-нибудь купить, даже перекусить и так далее. Ну, а теперь давайте подумаем. Переход – это сооружение, которое рассчитано на проход определенного количества людей, причем в случае непредвиденной ситуации, чтобы эти люди быстро зашли и быстро вышли, без давки, без жертв. Что мы имеем в реальности? Ну, я советую просто тем, кому интересно, спуститься, допустим, на станцию, в переход возле станции метро «Политехнический институт». Из 6-7 метров, ну или может быть чуть меньше, ширины прохода доступно для прохода людьми метра 2-3. При этом остальное место занято торговцами. При этом эти торговцы, они в том числе, занимают и места решеточек для ливневой канализации. Естественно, что отходы жизнедеятельности, издержки торговли, они забивают в том числе ту же самую ливневку. Ну и если ливневка, которая по идее, по инженерным расчетам должна быть шириной 6 метров, а в реальности 2 и те забиты, ну я думаю, что вы понимаете, в таком случае потоп – это вопрос времени. Если говорить о таких вещах, как фастфуды и закусочные в тех же самых переходах, там вообще страшно, потому что, как говорится, привет вентиляция. Поэтому по идее это должно было… Проблема должна была случиться. И слава богу, что эти проблемы, они обходятся пока что без человеческих жертв. И переходы, и шаурма. Говоря о тех же самых переходах, о потопе. Да, можно винить киевские власти, они действительно много накосячили. Но с другой стороны, господа, вы сами ходите по этим переходам. И когда бы те же самые власти пытались убрать часть латушников, сразу поднимается вой, ай-яй-яй, это наступление на бизнес. Стоп. Для тех, кто кричит про наступление на бизнес, я советую погуглить такую вещь, как трагедия на Немике. Обычный переход, кстати, без лотков. Там просто закрыли пару дверей метро, ошиблись с видом решеток для ливневочки, что в них каблуки женские застревали. И плитка была немножко скользкая. И в конце 90-х годов 53 жертвы. А теперь представьте, что в эти же самые переходы рванут люди, спасаясь от такого же самого дождика. Мне, честно говоря, страшно. И поэтому
Вопрос не в том, и не в переходах, вопрос не в шаурме, вопрос просто в отношении к жизни. Если ой, не лекает на все воле Божьей, или если нельзя, вот существуют какие-то нормы ограничения, если нельзя, но вот очень хочется, то можно. Я прошу прощения, трагедии, проблемы, они будут встречаться постоянно. Еще раз повторю, это не только шаурма, это не только переходы. Это евробляхи, в конце концов, это те же самые перегрузы на дорогах. Это качество наших маршруток и так далее и тому подобное. Ну, вспомните, в маршрутках же все ездили, но потом, когда уже случились трагедии, власти резко стали проверять, и всех волосы дымом встали. Господа, что раньше вы этого не видели? Раньше, ну, абы доехать было, все нормально. И понимаете, ситуация как раз-таки заключается в том, что или мы пытаемся жить по-другому, то есть или мы отходим от нормы, если нельзя, то можно, и отходим от «ой, не лекайте, на все воля Божия», и начинаем просто думать про то, что мы сами ответственны за то, как мы живем, за то, в чем мы живем, и просто реагировать, или ничего не будет. Как реагировать? Если ты видишь вроде бы кажущуюся привычной, обыденной, но идиотскую схему, идиотский формат, по крайней мере, скажи об этом. То есть, если начинают говорить о том, что это идиотизм, есть вероятность, что это идиотизм заметит. Если его не замечать дальше, он и будет привычным ответственным. На этом вроде бы все. А говоря о шаурме, ну а что тут сказать? Хочу просто напомнить, что собака, живущая возле киоска с шаурмой, может обогнать гепарда. На этом всего вам доброго, хорошего вам дня. И давайте вместе наслаждаться мыльной оперой под названием «Борьба властей против киоска с шаурмой».